Ну, от образования перейдем к спорту. До товарищеского матча Россия-Турция в Анталии можно считать часы. Вот очень мало осталось. И потихоньку начинать, конечно, болеть за наших. Может, они хоть в этот раз выиграют. А особенно будут поддерживать футболистов. Ребята маленькие, детские, футбольный эскорт, которые будут сопровождать наших футболистов. Эти малыши за руку выведут спортсменов обеих сборных. Дети уже собрались с инструкторами, организаторами. Надо ведь отрепетировать такой важный проход. Отбор кандидатов прошел в эти выходные. Турецких спортсменов проведут дети-россияне, а наших футболистов выведут на поле ребята из Анталии. Безусловно, все волнуются, ведь их задача заключается в поддержании дружеской атмосферы матча и, конечно же, духа патриотизма. Мы выйдем на стадион держать за руки вместе с футболистами, споем гимн, и потом, когда нас позовут, мы уйдем к маме и папе.